Приветствую всех на своем канале. И сегодня мы будем рассматривать новинку от фирмы Trumpeter. Обзор модели советского вертолета Ми-4 КБ Миля в масштабе 1:48. Это недавняя новинка уходящего года 2022 от фирмы Trumpeter. Ну и прежде чем мы начнем рассматривать саму модель, небольшая историческая справочка об этом вертолете. Ми-4 является собой вертолет, который можно применять во многих отраслях деятельности человека. Этот советский вертолет был разработан и изготовлен в конструкторском бюро имени Миля в 50-х годах прошлого века. Его основной задачей было производить транспортные перевозки для войск СССР. Данная машина имела все характеристики для транспортировки грузов. Во-первых, она имела достаточно большой грузовой отсек, в котором можно было перевозить грузы весом более чем 1,5 тонны или перевозить до 12 десантников с полной экипировкой. В этой модели впервые был создан грузовой люк в хвосте вертолета. Данная машина была более 20 лет основной машиной десанта. Вот такая вот небольшая историческая справочка, и давайте мы рассмотрим коробку для начала. Стандартная коробка, такая вот у Trumpeter, на переднем плане мы видим название нашей модели по классификации НАТО. Этому вертолету присвоено значение Hound, что означает гончая. Длина собранной модели у нас будет 340 миллиметров или 34 сантиметра. Диаметр ротора 430 миллиметров. Всего деталей более 150. Вот такой вот красочный бокс-арт. И на боковинках мы видим, нам даны 3D-рендеры этой модели с деталировкой. На обратной стороне мы видим маркировку и схему окраски модели. Давно, например, два варианта у нас. Китайский вариант и советский. Ну и давайте попробуем открыть коробочку, посмотрим, что у нас там внутри. Очень такая плотная картонка. И да, каталожный номер этого набора 05816. Если мы откроем коробку, то мы видим, что у нас внутри есть такой вот буклет с рекламой других моделей фирмы Trumpeter. Дальше пакет с ледниками. Несколько пакетов, все они по отдельности упакованы. В наборе есть декаль. Вот еще таких вот два пакета запакованные. Посмотрим, что там внутри. И инструкция. Сейчас все раскрою, и мы посмотрим детально на весь набор. Ну и давайте начнем мы по традиции с инструкции. Масштаб модели 1:48, как мы видим здесь на инструкции. И еще раз повторюсь, каталожный номер 058-16. Стандартная инструкция на английском, на китайском языке. И на первой странице мы видим описание расположения деталей на ледниках. Всего у нас дано 6 ледников, и один из них дан в двух экземплярах. Некоторые детали
отмечаю ваше внимание, не используется. Вот тут написано детали, вот некоторые детали не используются. Потому что Трампетер в этой модели заложил еще другие модификации этого вертолета, и поэтому некоторые детали мы останутся у нас нетронутыми на ретниках. Ну и начинается сборка с кабины. Собирается интерьер кабины, кресло, панель приборов, рычаги управления и прочее. Дальше собирается грузовой отсек. Как вы видите, этот вертолет двухэтажный. Кабина находится на втором этаже, а внизу находится грузовая кабина. И вот из грузовой кабины идет такая лестница в кабину пилотов. В наборе есть, как мы видим, двигатель. И вот как раз на этом этапе 3-4-5 идет сборка двигателя. Двигатель довольно деталированный. И посмотрим его потом на ретниках. Потому что здесь деталей очень много, которые идут на двигатель. А дальше на следующем этапе идет сборка уже лопастей. Ротор здесь 4-лопастный, несущий винт. На этапе 8 и 9 идет сборка грузовых вот этих вот створок. Немножко неудобная инструкция, такая вот раскладушка для обзора, не очень это. Дальше мы видим, что имеется какой-то вот силовой набор даже внутри. И на этом этапе мы собираем детали, ну, детали интерьера вместе, вставляем в половинки фюзеляжа, и все это вот вместе склеивается. Здесь мы остекление вклеиваем также еще на этом этапе. А на следующем этапе идет установка грузовых створок, приклеивается различная мелочевка, стабилизаторы приклеиваются, ну и прочая мелочь. И на этом же этапе уже устанавливается сборка шасси происходит. И на последнем этапе устанавливаем ротор на свое место, собираем рулевой винт и приклеим вот эти вот дверки кабины на свое место. И на этом сборка завершена. Такая вот была инструкция. И теперь посмотрим на схему окраски. У нас дано два варианта окраски и даны варианты используемых красок для Мистер Хобби, также для Акризиум. Это новый тип красок от Мистер Хобби на Валеха, Модель Мастер, Тамия и Хамбр. Вот из этих красок вы можете что-то выбрать. Ну, первый вариант нам дан советский вариант. Вот такой вот он зеленый, синий-голубой такой цвет. Окрашивается низ вертолета. Ну и обращаю ваше внимание, что его придется мешать из двух красок. Вот это синий по то, что предлагает, например, нам Трампетер, намешать краски самостоятельно. Ну, можно подобрать какой-нибудь свой цвет из того, что у вас есть в наличии. Дальше вариант вот на китайский борт. Вот номер 3729. Вот такая вот инструкция. Переходим к пластику, к обзору пластика, и давайте посмотрим, что мы имеем здесь. На этом леднике находятся две половинки фюзеляжа. И также здесь еще есть вот такая вот такая вот деталь фюзеляжа. Я так думаю, что предполагаю, что это для модели вертолета Ми-4А, который будет устанавливаться на низ фюзеляжа. Ну и давайте посмотрим на сам фюзеляж. Фюзеляж довольно такой большой. Я думал, что Ми-4 он немножко маленький вертолетик, но в 40-м масштабе он
довольно большой, приличного размера, даже больше будет, чем вертолет Ми-2 в 48-м масштабе. Трумпетер нам дает уже клепку на этом вертолете. Клепка такая внутренняя, не внешняя. Давайте я увеличу, наверное, чтобы было все это лучше смотреть. Вот посмотрите, клепку нам у нас есть. Немножко меня расстраивает, что нету никакого фототравления в наборе. Вместо этого все вот эти вот сеточки, они даны, уже отлиты в пластике. И это, конечно, не совсем хорошо. Желательно их заменить на фототравление. Потому что вот эти сеточки, они как бы, ну, можно, конечно, собрать с ними, но лучше, конечно, заменить на фототравление вот эти все. Также здесь вот все пролито хорошо довольно. Есть вот эти вот замочки, которые открывают лючки. Все нам дано, клепочка внутренняя, аккуратная, расшивка тоже хорошая, мелкая, мне нравится. Вот качество отлиты лючки, тут все пролито хорошо, клепка вокруг люков дана, люков данной. На хвостовой балке тоже все вот идет, вот расшивка есть тоненькая, изящная, есть клепка везде по всей длине хвостовой балки, как положено. Насколько это вот соответствует прототип, ну, можно смотреть, но то, что есть клепка, уже хорошо. Ну, правда, она такая внутренняя. Если мы перевернем наш фюзеляж, то снутри есть следы толкателей. Вот тут в районе капота. Вот это вот, где двигатель находится. Здесь, насколько она будет видно, не знаю, надо смотреть. Вот эти вот какие-то вот тоже, это следы толкателей, таких вот квадратного сечения. Тоже надо посмотреть, что это. Или может это вот такие следы толкателей квадратные. Но мне кажется, их нужно тоже как-нибудь маскировать, ликвидировать, или что это с ними сделать. Есть у нас силовой набор вот дан, он не просто плоский изнутри, а вот все вот эти ребра жесткости, они нам даны. Ну, еще раз повторяюсь, вот здесь вот следы толкателей большие, огромные пятаки, их нужно будет скрывать. И вот также вот очень много следы толкателей идут по хвостовой балке. Ну, хвостовая балка, это ладно, можно опустить, особенно туда, собственно, никто не заглянет. Но тут тоже дан силовой набор. Мне кажется, это вот излишне, тут можно было и не делать. Все равно тут ничего не видно будет. Но оно даны. Вот эти антенки, они даны уже, отлиты нам вместе с фюзеляжем. Нужно будет постараться их не сломать. Ну и вот тут еще вариант у нас уже на сбор, для варианта сборки вертолета Ми-4А, который заложен изначально в этой модели тоже. Тут вот есть, да, пулемет и вот это вот сама вот это вот обтекатель пулемета. Дальше переходим к другому леднику. Тут у нас даны на нем детали интерьера, экстерьера. Вот как у нас отлита панель приборов. Панель приборов такая вот объемистая. Даны вот эти вот шкалы, но они пока без ничего там. Посмотрим, может, в декале у нас что-то там будет, в декале дано. А так она довольно хорошая. Вот такая вот стенка, вот различная деталировка. Посмотрите, как здесь пролита даже проводка, различные вот детали. На вот этой вот дверке дана клепка хорошая, вот эти петельки отлиты хорошо, мне нравится. Вот еще одна стенка, посмотрите внутри, как сделано.
фюзеляжи, вот, вот такие вот ящички сверху. Вот тут вот какие-то детали усиления. На створках мы тоже видим, снаружи есть клепка на вот этих, вот эти вот петли створок тоже отлиты хорошо. Вот это пол, я так полагаю. Пол, ну, это грузовой кабины, он тоже у нас проклепан. И нам даны вот такая вот ребристая поверхность и вот такие вот продольные детали тоже изображены. Вот смотрите, как отлита еще вот эта вот деталь тоже. Все четко, хорошо и проклепано. И вот эти вот педали отлиты. Это вот пол кабины пилотов. Так вот оно выглядит. Вот рулевой винт вот такой вот большой. Тоже здесь даны хорошая довольно деталировка, даны вот эти вот болтики крепления лопастей рулевого винта. Вот еще вот такая вот деталь. Стойки, основные стойки шасси. Вот так вот у нас выглядят. Передняя часть капота фюзеляжа. Вот так оно выглядит. Тут тоже не мешало бы, конечно, заменить вот это все, решетки. Но сделано все, отлито заодно. И это вот, я так думаю, что это дверки кабины пилотов. Ну и давайте перевернем, посмотрим, что у нас снутри на потолке. Следы толкателя я так не вижу, это же хорошо. Не нужно не будет ничего тут мудрить, поклевать. На створках, сейчас посмотрим тоже, на створках тоже следов толкателя нету, это просто замечательно. А я тут толкателя не наблюдаю, может вы заметите. Ну вот эти вот есть такие вот плоские, а так все это хорошо, почти их можно даже не трогать. Они смотрятся неплохо довольно. Единственное, следы толкателя есть вот на этой дверке. Вот два таких следа, два пятака. И вот здесь вот такие небольшие следы толкателей тоже есть. Вот это детали. Вот как пролит вот этот потолок кабины, где вот различные тумблеры, выключатели находятся. Вот еще такие, посмотрите на деталировку, как это все сделал Трумпеттер. Дальше на очереди у нас еще один литник. Давайте посмотрим, здесь на нем есть много деталей двигателя. Причем они отлиты очень неплохо, прям... Мне нравится. Смотрите, как отлиты вот эти вот цилиндры поршней. Двигатель здесь поршневой еще. Звездообразный, как вы видите. И вот эти все детали, они отлиты довольно неплохо для 48-го масштаба. И все хорошо, мне нравится. И это вот детали втулки несущего винта, у нас четырехлопастный, поэтому вот четыре. Много здесь различных мелких деталей. Вот эта вот часть относится к кабине пилотов. Тут вот всякие выключатели. Вот так вот выглядит кресло пилота. На кресле даны вот не просто оно гладкое, а здесь какой-то вот рельеф тоже показан. Так что тут все хорошо. Следующий литник у нас представлен в двух экземплярах, и на этом литнике нам даны
лопасти вертолета, по две лопасти на литник. Причем лопасти уже даны с провисом. Ничего загибать здесь не нужно будет. Смотрите, провис уже сделан за нас заранее. Останется только покрасить и установить на свое место. Также на этом литнике есть вот детали колес, пневматики. Вот как они выглядят. Даны протектор нам дан. Они такие незамыленные, четенькие. Возможно, даже их менять не стоит. Но если только вы хотите смоляные сделать, поставить колеса с имитацией нагрузки, тогда да. Тогда можно заменить, есть смысл. Так вполне из набора годятся. Единственное, что они из двух половинок. Их нужно будет склеить и потом посмотреть, чтобы там не было стыка. Ну и последнее у нас осталось декаль и два литника с стеклянными деталями. Деталями остекления. Начнем с остекления. И вот здесь мы видим, что деталь вот этого лобового остекления, и на ней уже отлиты дворники, стеклоочистители. Это, конечно, большой минус. Хотелось бы их, конечно, иметь отдельными деталями, чтобы не выдумывать здесь ничего. А так нам придется как-то аккуратно их срезать, при этом не повредив основное стекло. Если вы хотите их заменить, например, на фототравление или на еще что-нибудь, поэтому нужно будет как-то аккуратно это все проделать. Это, конечно, большой минус, то, что они отлили это все вместе. Но из плюсов здесь есть клепка на лобовом остеклении. Вот эти вот блистеры отлиты неплохо. Прозрачность хорошая. Ну, больше никаких-то дефектов не обнаружено. Вот есть еще вот такой вот литничок. Здесь данные иллюминаторы грузовой кабины. Вот так вот они выглядят, 5 штук. Ну и давайте посмотрим на декаль. Декаль такая вот простенькая. Тут просто даны звезды на советский вариант и бортовые номера. И также даны варианты звезд для китайского вертолета. Кроме того, здесь в декалью даны нам приборные доски, что это же, конечно, плюс, не надо ничего прокрашивать. Поклеил декаль и хорошо. Ну и еще вот такие вот декали, куда это что клеится, нужно будет смотреть. Технички здесь по никакой нет особо. Все так по минимуму дано, в спартанском виде, как говорится. Так, мы с вами рассмотрели обзор вертолета Ми-4 от фирмы Trumpeter в масштабе 1.48. Что хочется сказать по этому набору? Довольно хороший набор, деталированный. Клепка воспроизведена, клепка внутренняя. Кроме того, на этом вертолете довольно неплохая деталировка, есть двигатель в наборе, так что мы можем показать его и в раскапотированном варианте, например, для того, чтобы показать этот двигатель, например. Тут есть, можно открыть несколько лючков, и через них можно будет видеть, можно посмотреть на двигатель и полюбоваться его деталировкой. На этот набор уже вышло несколько дополнений от фирмы Микродизайн, от фирмы Эдуард тоже планируется, и также Quinta Studio тоже выпускает набор интерьера 3D декалей на этот вертолет. Ну и думаю, другие производители тоже подтянутся и выпустят свои дополнения на этот
Также можно купить уже и смоляные колеса на этот вертолет. Поэтому при желании его можно еще больше детализировать. Но сам Трупетер уже изначально сделал хорошую модель вертолета с богатой деталировкой. Оно не просто так упрощенный он, а сделан довольно хороший вертолет с прицелом на будущее. И я так посмотрел, что из этого тут, в этом наборе уже даны детали на вертолет модификации Ми-4А. Ну там посмотрим, что там они еще там дальше будет какая. Может еще добавят пару летников или какие-нибудь декали дополнительные. А так тут тоже есть какие-то зачатки следующей модификации. На этом у меня все. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете. Ну и фотографии ледников будут дальше в слайд-шоу и также в группе ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр и всем пока!